Да, привет, мой любимый зритель, я тебя обожаю, люблю, сейчас я богослю. Там ты у меня сошас, что я иди шапки мотажишь, не диви, намного. Все, короче, пельмени дальневосточные с кетчупом и майонезом. Кто любит такой соус, кетчуп и майонез? Офигенно вообще. Кстати, они вкусненькие. Куда, конечно! Ты противный, нажрались, все равно лезут. Да. Ну, не горячая. А я копа, Нескафе. То интересно, тоже пробовал кофе с пельменями. Пишите комментарии. Пишите, как вы меня находите. Собакам говорю, что Сережка поест, то мы им будем давать. Вкус такой клевый. Горячий. Нормальные пельмешки. Ну, если он второй день отработал. Да. Это я с мусорщиком ролик снимаю. Это. И вниз, короче, улетел. Пишите комменты, как вы меня нашли. Кстати, у меня каждый раз проходит стрим «Иди со смехом». Кстати, я нифига не наелся. За кофейку попью и потом залью, и потом стрим до 11, потом спать, потом вставать на работу.
Блядь, сука! Ну, мы костёр разлили, блядь. Ну, ты же шакалистый, блядь, она достала сюда. А, это Бобби, короче, воду разлил. У нас тут, короче, чудеса, короче, на виражах. Кофе нормально. Да это маловато. Благодарю, что посмотрели, благодарю, кто подписался. Всем пока.